Каким быть FM-вещанию в Беларуси, обсуждали сегодня в Минске. К разговору были приглашены как руководители региональных радиостанций, так и представители профильных министерств. После ухода радио из привычного приемника на кухне закрепить за собой FM-частоту оказалось делом непростым. Большинство из них уже заняты. Проблему предлагают решить путем перехода радиостанции на ультракороткие волны, либо слиянием нескольких мелких станций в одну. Популярность FM-диапазона значительно выше, поэтому сейчас мы говорим, что местные радиостанции, местные радиосМИ должны совместно где-то объединяться для того, чтобы, имея какую-то одну частоту, одну радиостанцию, вещать на свои регионы.